Завершился городской отборочный тур телевизионного проекта «Мен Казахпын». О талантливых исполнителях, кому улыбнулась удача попасть на областной тур, расскажут мои коллеги. Женебек Жамиев открыл конкурс, исполнив в номинации «Кюи» народное произведение «Аксак Кулан» и «Балкаймак Курмангазы». Священная земля Запада Казахстана взрастила немало талантливых жирши, певцов, кюйши. Подрастает молодое поколение любителей искусства. Один из молодых талантов – Бейімбет Каримов, который исполнил кюй Нургиси Тлендиева «Акку». В номинации «Терме» Жасар Нурданбек исполнил два произведения на кабызе. Ранее он был победителем областных, республиканских, международных конкурсов. «Моей целью выступления на мегапроекте «Мен Казахпын» было показать свое искусство большой публике», — говорит он. «Я привез на конкурс древний келкубыз. Исполняю отрывок из песенного сказания «Жир Доспамбета». Посмотрим, повезет ли мне». 14 артистов соревновались между собой в номинациях «Народные песни», «Терме», «Кюи» и «Жир Толгау». 7 сильнейших участников выиграли путевки на областной этап мегапроекта. Этот проект осуществляется в рамках программы президента Рухани Жангыру. Мы тщательно оценивали подготовку ребят, их выступления на сцене и выбрали из каждой номинации по 2 человека. Учитывая, что один участник хорошо выступил на давно забытом кылкубызе, мы и ему дали путевку на областной тур. Теперь выигравшие городской этап отборочного тура мегапроекта «Мен Казахпын», пропагандирующие народное искусство, попытают удачу на областном этапе. Гульшат Бакбергенкызы, Тлек Кабылгумаров, служба новостей, телеканал Атырау.